Далее смотрите нашу традиционную рубрику «Народные новости». Что нового произошло у жителей Саратова, узнала съемочная группа РЕН-ТВ. Скажите, пожалуйста, что нового в вашей жизни произошло? Моя внучка, годик ей, она начала ходить вчера. В начале декабря ждем появления внука. Должна получить квартиру. Купил дачу в Чердыме. Прекрасная дача. Недавно побывал в Москве на московском авиакосмическом салоне. Техника запомнилась наша. Лечу к брату в Якутии, в город Мирный. Служил в армии, недавно вернулся из Самары в Саратов. Яркое событие, сына в армию отправила служить. Недавно я устроилась на новую работу и очень этим довольна. Устраивалась на работу в группу быстрого реагирования. Родился ребенок, дочь назвали Александра. У меня сын родился 5 месяцев назад, я пока этим так живу. У меня в СМИ сотрудница вот на доске почета висит. Ребенок удостоился чести висеть на доске почета за отличную учебу в школе и за спортивные заслуги в хоккее.